Здравствуйте. Не хотите ли вы проголосовать за? Ой, это восхитительно. Вам нужно будет продиктовать номер телефона. Жители с полуслова понимают, о чем идет речь, когда к ним подходят волонтеры. Идет голосование за общественные территории, которые по национальному проекту «Жилье и городская среда» благоустроят в 2024 году. От Барнаула в голосовании участвуют 37 объектов. Отдать свой голос за понравившуюся территорию можно как офлайн, так и онлайн. Голосования идут вообще во всех местах. Например, даже проходило в нашем колледже. Мы заходили в класс, также всех опрашивали учеников, обучающихся. Проходило в школах. На простых улицах, парках. Больше всего голосов барнаульцев на данный момент набрал Сиреневый бульвар в Индустриальном районе. За него проголосовало уже более 3000 человек. А недавно 30 горожан навели на аллее порядок. Муниципальные служащие администрации района, сотрудники частного медицинского центра и поликлиники номер 14 убирали мусор, очищали бульвар от прошлогодней листвы. Инициаторами благоустройства этой территории стали именно медработники. На данный момент, конечно, достраивается новый корпус поликлиники, но мы планируем остаться в этих корпусах, соответственно, провести здесь капитальный ремонт. Ну, к примеру, Павловский тракт 281А, здесь планируется организовать центр медицинской профилактики. Ну и на данный момент данная территория Сиреневого бульвара, к ней примыкает три наших корпуса. Голосование по выбору общественных территорий продлится до 31 мая. Если Сиреневый бульвар наберет наибольшее число голосов барнаульцев, его ждут серьезные преобразования в плане благоустройства в следующем году. Данил Кузнецов, «День с толком».